не подходите ко мне, не спрашивайте, как заменить мясные белки чем. Потому что вот эта белковая теория питания – это полный бред вообще. Я сейчас вам разобью ее в дребезги, если хотите. В Африке есть племена, которые вообще одними кокосами питаются. У них, ну, рацион питания очень, очень скудный, там несколько продуктов, они под 2 метра ростом, здоровые и счастливые. Есть люди, которые вообще не едят никакую белковую пищу. Есть такой вид веганов, сыроеды, которые вообще, ну, как бы едят только одни сырые овощи и все. Понимаете, то есть, как бы, ну, и нормально себя чувствуют, без всяких проблем, у них нет проблем со здоровьем. Ну, то есть, просто попытайтесь это понять своими головами, что наши идеи, что что-то в организме не синтезируется, это полный бред. Это бред, созданный врачами, и ими уже развеянный. Но мы продолжаем так думать. Конечно, хорошо есть белковую пищу, но если говорить о белковой пище, люди говорят, ну что, если не мясо, то какая белковая пища тогда? Они просто не понимают, такие люди, что самый легко усвояемый белок – это молоко. Вот если взять, допустим, кусок мяса, положить в кастрюлю, создать там среду в кастрюле, которая находится в желудке, это, ну, физиологический раствор соляной кислоты, и начать варить это мясо, то нужно 10 часов, чтобы оно распалось на эмульгированный белок, чтобы там был. Ну, то есть, чтобы это мясо распалось на вот белковую такую массу. И чтобы сыр распался на такую же белковую массу, нужно всего 2 часа. Ну вот а сметану вообще не надо распадать, потому что она уже в эмульгированном состоянии находится, и молоко. Так почему же тогда вы меня спрашиваете, каким белком можно заменить мясо? Если мясо – это вообще не вариант для того, чтобы белок усваивать. Его переварить сначала надо, чтобы он усвоился, а переварить его практически невозможно. Зато, если человек ест сыр, допустим, или соевые продукты, которые тоже легко, ну, как бы, если в обед, они нормально перевариваются, хлеб, вот тебе белок. В зерновой пище достаточно белка для того, чтобы жить. А если у вас сомнения, ешьте молочные белки. Они для того и предназначены, чтобы перевариваться. Молоко предназначено для жизни. Мясо для жизни не предназначено, для вашей. А вот молоко как раз и надано для того, чтобы кормить кого-то. Пожалуйста, ешьте молочные продукты. Это естественный белок, созданный Богом для людей. Понимаете, есть же тонкий план пищи. На тонком плане самый благостный продукт – это фрукты, которые создаются под цветом радости. Фрукты созревают под цветом солнца, под цветом радости. И также зерна. Это самые оптимистичные продукты на Земле. Дальше, овощи, которые лежат на земле, они под цветом луны создаются, они успокаивают человека. Дальше, овощи, которые корнеплоды, это уже не благостные продукты, но они нужны для поддержания иммунной системы, жизненных сил в организме, в принципе. Там уже смесь страсти и невежества в корнеплодах, но в принципе тоже нормально. Если человек трудится, активно живет, ему эта пища тоже нужна. Орехи – очень благостные продукты. Дают силу, жизнерадостность человеку. И надо понять, что значит благостные продукты. Это значит влияние психическое на человека. Не физическое, не белковое, а психическое влияние. И что дает мясо на психическом плане человеку? Когда животные убивают, то в результате в тонком теле животное выходит из тела, и оно, ну, проклинает того, кто убил. И также у него стрессовая связь возникает с мясом, с телом со своим. То есть животное на тонком плане стрессово очень влияет на тело. И пока мясо свежее, связь остается вот эта стрессовая. А гнилое мясо никто не будет есть.
Даже человек, когда выходит из тела, пока у него тело не протухло, у него, у человека с телом связь. Поэтому и как бы людей хоронят, там от него относятся еще как к родственнику телу. Хотя родственник уже вышел из тела. Но к телу относятся как к родственнику, потому что есть связь. Пока есть тело. Но если тело протухает, то живое существо вместе с тонким телом уже не связано с ним. Ему не нравится уже протухшее тело. Ну, кое-то уже оставляет это тело. А если замутифицировали, связь сохраняется? Сохраняется, да. Поэтому и мумификация это была предназначена для того, что, понимаете, есть три типа захоронения, как бы. Первый тип захоронения – это сжигать тело, предназначен для всех людей, чтобы быстрее тело освободиться и дальше пойти по жизни, облегчает страдания. Бальзамирование тела предназначено для того, чтобы оставить связь с этим человеком, потому что есть святые люди, которых земля нуждается. И поэтому их бальзамируют, чтобы они были связаны, чтобы люди были с ними всегда связаны, чтобы они оставались и как бы продолжали людям помогать. На тонком плане, да. Вот. Есть такое место на земле, Тирупати называется. Там это большой храмовый комплекс. И там в этом храмовом комплексе есть прямо забальзамированное тело Рамануджачари. Это великий святой, который жил 600 где-то лет назад. Так вот, у него до сих пор ногти растут, каждый месяц ногти обстригают. И он об этом предсказывал, что я буду связан со своим телом еще 800 лет и буду давать вам наставления. А? Ну, может быть, еще кто-то, я не знаю. Ну, то есть, я просто вам объясняю, что это все предусмотрено природой. И когда человека просто в землю закапывают кости, то это самый неблагоприятный тип захоронения. Потому что в этом случае очень медленно, постепенно человек на тонком плане избавляется от тела. Но ему уже не нужно. Что ему там делать рядом с этими костями? Уже там жизни нет в нем, в теле. Понимаете? Ну, то есть издевательство над душой, фактически. Ну ладно. У нас все очень правильно сделано на земле. Самый тяжелый день для семейной жизни – это суббота. Это день, который находится под влиянием Сатурна. Когда в субботу люди женятся, значит, жизнь будет не малина. У нас основной как бы день для свадьбы – это суббота. Очень правильно все. Понимаете, очень правильно. У нас мы делаем все правильно. Потому что не знаем науки, как жить правильно. Поэтому делаем по глупости. Самый благоприятный это пятница и среда. Если люди хотят счастливо жить, они в пятницу женятся. А если они хотят, чтобы у них все развивалось в семейной жизни, тогда в среду. Мне астролог сказал, что в субботу 6 декабря женятся. Давайте вы слишком много на себя внимания привлекаете. Успокойте свой ум просто и все. Это стоит вам сделать прямо сейчас. Люди пришли образование получать, а не консультацию здесь. Итак, движемся вперед. Давайте с вами сейчас, мы с вами разобрали три доши, да, вкратце. И теория трех дош также означает, что их надо уменьшать. Ну, то есть в медицине, в аюрведической применяются разные способы уменьшения трех дош. Цель медицины – уменьшить доши. Доша вата уменьшается промасливанием тела. То есть огонь, первый элемент огня, уменьшает воздух. Вот. И также уменьшает капху, то есть вату и капху уменьшает первый элемент огня. И каждая доша влияет так, что уменьшает другую. То есть воздух уменьшает огонь. И уменьшает также капху. А капха уменьшает, а вода уменьшает и огонь, и воздух успокаивает. Ну, то есть они, каждый из них, они уменьшают другую.
И поэтому лечение на этом основано. Допустим, у человека напряжение в теле. Он может полежать в ванной, расслабиться. С первым элементом воды сконтактировать, он происходит расслабление. Или промасливание сделать, с огнем сконтактировать, происходит расслабление. Если у человека много жира, ему нужно с огнем иметь дело, чтобы растопить жир. И с воздухом. То есть воздух означает движение. А если совместить движение с огнем, то есть, допустим, намазаться маслом и еще зарядку сделать, тогда еще быстрее жир будет растапливаться. А? После массажа, если они еще зарядку сделают, там покрутят обруч, тогда жик, и все сгорает. А если еще в утреннее время это делать, еще быстрее тогда это происходит. Если человек хочет набрать вес, тогда надо вечером чуть-чуть кушать. Какие опять продукты? Овощи, молоко, которые дают, восстанавливают силы человека. Не тяжелую пищу вечером есть, а легкую, чтобы набирать вес. То есть существуют определенные правила в аюрведе, как уменьшить дошу. То есть по целому правило такое, нужно делать что-то противоположное. Если тело напряженное, его расслабляют. Если тело горячее, его охлаждают. Если в организме токсины, значит идут очищающие мероприятия, которые выводят токсины. Но в целом существуют определенные комплексы, которые делают гармонизацию в организме. И самый главный распространенный комплекс такой в аюрведе называется панчакарма. То есть это панча означает 5, а карма означает действие. То есть это, ну, оно вообще, сам комплекс, он связан с 5 видами очищения организма. Это настья, то есть как бы через нос выходит слизь, то есть различные используются для этого масла или какие-то порошки или жидкости, типа солевой раствор, когда нос прочищается. Дальше существует клизма, когда с помощью жидкости выводится калор из организма. Существует слабительное, которое с помощью лекарств выводит также кал из организма. Дальше мочегонные существуют, то есть как бы ускоряют вывод мочи. И есть кровопускание еще, рвотные еще есть. Ну вот эти вот виды практик, они очищают организм естественным образом. Но эти практики сочетаются еще с легкой диетой и с промасливанием организма еще, и с массажом активным. Потому что, чтобы из организма вещества выводились, их надо сначала вывести из устойчивого, ну то есть капху надо сначала в подвижную перевести, из неподвижной в подвижное состояние перевести, чтобы она потом вышла из организма. Поэтому массируют тело. Существуют сведаны, там различные абьянги, то есть массажи, пропаривания, которые выводят капху из организма. Понятна система, да? Ну, то есть сам курс панчакармы, правильный курс панчакармы длится где-то 3 недели. Не меньше 3 недель. Надо ехать в Кералу, где лучше всего это делают. Ну, также есть, и это курс панчакармы хороший сейчас есть и в Венгрии, есть в Бомбее, есть в Удупи, в Джаганатхапуре, такие сильные клиники панчакармы в Индии. В основном в Индии, но в Керале это древние традиции, культуры. Там можно изучать это и ехать, там лечиться, очищать организм. У нас в России аюрведа плохо развита, и аюрведические врачи в основном не имеют слишком высокой квалификации. А если имеют хорошую квалификацию, то у них нет организации. Потому что для панчакармы нужна еще не просто один врач, нужна целая клиника, нужно разрешение государства на это, чтобы делать. Нужна хорошая поставка лекарств, понимаете, всего этого у нас в России не хватает. Хотя, может, несколько врачей есть нормальных, но чтобы организовать серьезный лечебный процесс, им сложно. Потому что нужны для этого условия еще соответствующие, которых нет.
Но в основном разводятся сейчас очень распространено такие дилетанты, которые курсы двухнедельные по Аюрведе проходят и начинают абьянги делать там, что очень опасно. Чтобы вы знали, промасливание тела полное может убить человека за 5 минут. Если масло подобрано неправильно, если у человека доша пита, у него повышается давление, он может просто инсульт получить прямо на столе от этого промасливания. Это очень жесткая такая процедура, которая требует очень квалифицированного подхода. То же самое, как бы, если делать неправильно рвотные там, или клизмы, можно тоже навредить человеку. Поэтому эти все вещи требуют врачебного образования серьезного. И такое образование в Индии даются за 5-6 лет обучения аюрведе в институте. Ну, то есть это серьезно, понимаете, это серьезные вещи. То есть и аюрведические врачи, так же как классические врачи, в Индии учатся по много лет, чтобы потом дальше работать с человеком. А у нас это все профанировано, и там за 2 недели человек объявляет, что он может панчакарму сделать при желании на дому. Не поддавайтесь на эти провокации. Если вы услышали об этом, то никогда людям не рекомендуйте. Панчакарма – это практически хирургическое мероприятие с человеком. То есть это хирургия без ножа. Понимаете, это сложнейшая методика, требующая очень высокой квалификации. Она очень эффективна, эта методика, но она эффективна в руках специалиста и может угробить человека в руках дилетанта. Но с другой стороны, любой человек, который более-менее изучил аюрведу, может посоветовать, как правильно питаться, чтобы доши сбалансировать. Это несложно, достаточно несложно. И в принципе, когда назначаются аюрведические таблетки какие-то, это тоже не слишком сложно, и в условиях России это возможно. Поэтому если аюрведические врачи лечат диетой, лечат какими-то препаратами аюрведическими, то обычно это не дает какого-то плохого результата. С другой стороны, диета – это мощный способ вообще наладить организм, как бы отладить работу организма. Просто это делается не за 5 минут. То есть диета действует за 3-4 месяца в целом. Диетическое лечение диетой работает за 3-4 месяца. Давайте теперь пойдем вперед немножко. И я вам буду дальше рассказывать последовательно о том, как устроен наш организм, чтобы это вам помогло в целом в его понимании, в его работе. В организме существует такое понятие, как лепестки, вот эти энергетические листки организма, в которых всего 7 слоев. Каждый слой имеет внутренний листок и наружный, потому что в организме так устроено все, что, ну, эти лепестки, они как бы изнутри и снаружи развиваются. Ну, допустим, первый слой называется расадхату. Дхату вот означает вот эти слои энергетические в организме. Первый слой называется расадхату. Он питает энергетически кожу в организме и лимфатическую систему снаружи. Это наружный листок. А внутренний листок питает слизистую оболочку. Слизистые оболочки всего организма, начиная с глаз, слизистый глаз, потом дальше слизистые носа, горла, трахеи, желудка, кишечника, матки там и так далее. Все слизистые – это внутренний листок расадхату, а вся кожа – это наружный листок расадхату. На тонком плане внутренний листок расадхату связан с психически, с
волей человека, волевыми функциями. Например, когда человек заболевает бронхиальной астмой, это у него страдают волевые функции в организме. Неправильно работает воля. Чувствительность воли очень высокая. И наружный листок раса дату связан с мыслями. С мыслями. И с памятью в целом. Это на психическом плане. Наружный, да. Все кожные болезни указывают на поражение наружного риска расадхату, а воспалительные заболевания указывают на поражение внутреннего риска расадхату. Раса, слово раса переводится питание. То есть так как внутренний листок расадхату всасывает в себя продукты питания, поэтому его называли расадхату, то есть то, что дает питание организму. Так же как наружный листок расадхату, он дает взаимодействие организма с окружающей средой. Кожа тоже может что-то впитывать в себя, и мы поэтому мажем на нее крема всякие и так далее. Дальше следующий листок, второй по счету, называется ракта дхату. Ракта означает кровь. И все, что связано с кровью. Наружный листок ракта дату связан с теми сосудами, которые питают руки, ноги и все тело снаружи. Но все кожа, подкожная клетчатка, вся питается сосудами ракта-дату, наружного листка. А внутренний листок ракта-дату питает все внутренние органы и слизистые оболочки организма. Наружный листок ракта-дату также питает оболочки мозга. А внутренний листок ракта-дату питает глубокий мозг. Если у человека гипертоническая болезнь, чаще всего это поражение наружного листка ракта-дату. А если у человека повышается внутричерепное или внутриглазное давление, то это поражение внутреннего листка ракта-дату. Не обязательно, что только сосуды связаны с ракта-дату, но ткани, которые связаны с сосудами. Например, у нас есть стекловидное тело в глазу. Это тоже связано с ракта-дату. Оно создается из сосудистого листка. А роговица на глазу связана с раса-дату. Следует знать, что поражение внутреннего листка ракта-дату также приводит к гастритам, воспалениям слизистых оболочек внутренних, потому что слизистые оболочки связаны как раз с раса-дату, так и с ракта-дату, потому что мелкие капилляры, мелкие сосуды пропитывают слизистые оболочки также. Поэтому, если у вас гастрит, неизвестно, то ли это ракта-дату поражено, то ли раса-дату, надо это изучить сначала, исследовать. Бывают разные виды гастрита, например, если у вас катаральный такой влажный гастрит, много жидкости в желудке, слизи, то это, скорее всего, ракта-дату, сосуды поражены. А если у вас эрозивный гастрит, то тогда поражена раса-дату, первая оболочка. Понятно, да? Сложно?
Но это сложная тема, но вы потерпите немножко, записывайте, потом будете это все вспоминать, изучать. Следующий листок, давайте я все листки пройду, это сложная тема, сейчас не будем прерываться, отвлекаться. Следующий листок, это мамсадату. Листок связан с мышцами, третий, с мышцами. Есть наружный листок, который связан с поперечно-полосатыми мышцами или с мышцами тела, каркаса тела, наружный листок мамсадату. Он же этот наружный листок мамсадату связан с связками, в том числе суставными связками в организме. А внутренний листок мамсадату связан с внутренними мышцами внутренних органов, а также мышцами пищевода и сосудов. Внутри сосудов даже есть мышцы, внутри тела. Это внутренний листок мамсадату. И внутренний листок мамсадату связан с позвоночником, с мышцами позвоночника также. Да, давайте вернемся на рактодату. Я забыл психические функции. Внутренний листок рактодату отвечает за эмоциональный тонус человека, или, как говорят, настроение. Эмоциональный тонус человека связан с внутренним листком рактодату, а эмоциональность в целом человека, его эмоции, связаны с наружным листком рактодату. Есть мужские дату, есть женские дхату. Женские, так, ракта-дату – это женская дхату. Поэтому у женщин эмоции в 6 раз сильнее, чем у мужчины. Эмоциональная сила у женщин сильнее в 6 раз. А у мужчины в 6 раз крепче кожа. И как бы также как бы мысли более твердую природу имеют у мужчины, чем у женщин. У женщин мягкие мысли такие, покладистые. А? Должны быть. Ладно, хорошо. Хорошо. Ну ладно. Мы не путайте мысли с эмоциями и как бы с желаниями. Ну, есть разные функции психические. Итак, дальше движемся. Мамсадату, то есть, и тоже имеет психические свои содержимое. Наружнее мамсадату отвечает за настойчивость человека, его способность преодолевать препятствия, побеждать. А внутреннее нам садату дает глубокий тонус организму. И поэтому, если у человека страдает внутренним мамсадату в голове, у него может быть эпилепсия. Эпилепсия развивается как раз от нарушения внутреннего мамсадату. У человека тонус накапливается в организме, и потом разрядка идет резко. Это энергии тонуса. Внутренний листок мамсадату также выстилает мышцы матки. И сердечная мышца тоже связана с внутренним листком мамсадату. И мышцы уретры у мужчин также с внутренним листком мамсадату связаны. Дальше медхадату, четвертый листок. Наружный листок отвечает за все жировые ткани в организме. А внутренний листок отвечает за все паренхематозные органы, такие как печень, почки, селезенка, а также органы, в которых
Ну, допустим, легкие тоже связаны с нетхадату. Легкие, поджелудочная железа, они вроде бы не подкиматозные, они такие, ну, неплотные органы, но тоже связаны с нетхадату. А также щитовидная железа, придатки, надпочечники, все связаны с метхадату. Метха означает жир. Слово метха переводится как жир, но также паренхиму или внутренние ткани, ткани внутренних органов выстилаются тоже с помощью энергии метхадату. Наружный листок метхадату связан с удовлетворенностью человека, окружающей обстановкой. Сильная неудовлетворенность или чрезмерная удовлетворенность приводит к нарушению жирового обмена окружающей обстановкой, имеется в виду. А внутренний стоп метхадату отвечает за удовлетворенность внутри себя, ну то есть в организме, насколько человеку нравится его организм или не нравится. Следующий листок называется асти-дату. Асти переводится как кости. То есть этот листок формирует костную систему организма. Наружный листок асти-дату отвечает за кости рук-ног, суставы рук-ног, кроме тазобедренных суставов. А внутренний листок асти-дату отвечает за кости черепа, позвоночник и таз, кости таза. Ногти человека также связаны с внутренним листком асти-дату и хрусталик глаза. Например, если у человека в голове поражено асти-дату, у него может быть катаракта, заболевание хрусталика глаза. А близорукость или дальнозоркость означает, что у человека поражены внутренние мамсадату, мышечные ткани внутренние. Всегда, когда зрение сильно страдает, признак с рождения поражения мамсадату внутренней. Асти-дату на тонком плане связано с концентрацией внимания. Наружный листок асти-дату отвечает за силу мысли, силу концентрации мысли. А внутренний листок асти-дату в целом отвечает за концентрацию внимания. Концентрация внимания означает концентрация мыслей. Это просто собранность человека. А концентрация мысли означает, что он очень четко может размышлять, не отвлекаясь ни на что другое. Это с асти-дату связано. Теперь шестой листок называется маджа-дату. Он связан с нервной системой и костным мозгом. Маджа, слово маджа переводится костный мозг. Но он также связан со всей нервной системой. И если говорить о наружном листке, то это периферическая нервная система, связанная с нервными окончаниями рук, ног, лица там, и всего организма, наружные периферические окончания. А внутренний листок отвечает за нервные ткани позвоночника, всех внутренних органов, также глаза, уши, ну, все, что связано с органами чувств. Наружный листок маджа-дату также отвечает за родинки на теле, ну, как бы пигментацию кожи, он отвечает за пигментацию кожи и чувствительность кожи в целом и тела. А внутренний листок маджа-дату отвечает за чувствительность внутренних органов. Головной мозг
внутренняя часть головного мозга связана с внутренним листком маджадату, а наружная часть головного мозга или кора головного мозга связана с наружным листком маджадату. На психическом плане маджадату отвечает за адекватность мышления и адекватность восприятия мира. Поражение наружного внутреннего листка маджадату приводит к психическим заболеваниям и склонности к ним. Также маджадату отвечает за иммунитет человека и отвечает за костный мозг. То есть созревание костного мозга идет за счет деятельности маджадату. Самый глубокий листок называется шукрадату. Шукра означает семя. То есть шукрадату, наружнее шукрадату отвечает за женские половые гормоны придатков, отвечает за деятельность гипоталамуса, таламуса. А внутренний листок шукрадату отвечает за мужские половые гормоны и деятельность гипофиза, тимуса. Также надо знать, что гормональные функции щитовидной железы, надпочечников и поджелудочной железы поддерживаются маджадату, а не шукрадату. Это более поверхностные гормоны, как бы, не связанные с настроением человека и с его ощущением счастья. Но именно гормоны, связанные с шукрадату, это половые гормоны и гормоны глубокого мозга. Эти гормоны, они связаны с ощущением счастья человека. И в целом, когда человек чувствует депрессию или нехватку счастья в жизни, то это значит, что поражена шукрадату у него по жизни. С ощущением счастья связана шукрадата. Теперь попытайтесь сосредоточиться. Я вам сейчас скажу очень важные вещи, которые вам практически помогут в жизни. У каждого человека, вот из всех этих листков, есть всего 7 листков или 14 оболочек, да? Потому что листок делится на внутренний и наружный. Да? Из этих 14 оболочек у человека поражены всего 4 оболочки. Из 14 листков есть и 7 оболочек. У человека поражены всего 3 оболочки и 4 листка из 14. Из 7 3 оболочки поражены, из 7 3 оболочки, из 14 листков 4. Объясню, почему так. Потому что доша вата является центральной в организме. И вот эти все оболочки поражены 3 дошами с рождения. Это как кармическое поражение. Вот взять маленького грудного ребенка. У него уже есть склонность к поражению вот этих 4 лепестков или 3 оболочек. Причем одна оболочка поражена сразу и в наружном, и в внутреннем листке. Она поражена дошей ватой, статичной такой дошей ватой поражена. И в наружном листке, и во внутреннем одна оболочка в организме. Это уже два типа хронических заболеваний. И один листок поражен еще дошей капхой, и один листок дошей питой. Это может быть внутренний или наружный, не имеет значения. Но в одной оболочке поражен и внутренний, и наружный листок в организме. Обязательно. А? Печалька. Как? Печалька. Печально? Могу вашу печаль углубить. Я
могу вам назвать, где у вас двойное поражение, если хотите. Вы ближе сидите, мне легче вас продиагностировать. Но с печалью также придет и радость. Потому что вы узнаете о себе больше. У вас поражены два листка Мамсадату. Причем, если говорить о поражении внутреннего листка Мамсадату, то это поражение связано с головой, поэтому у вас очки. Вот. И также знайте, что это поражение внутреннего листка Мамсадату дает вам трудность работы трахеи. Там мышцы есть в трахее, и у вас там могут быть спазмы, там вот это вот. Вообще, если говорить о хронических бронхитах и астме, то должен быть еще поражен или раса, или рактодату, внутренний листок. Тогда будет астма уже, или бронхиты хронические. Сейчас посмотрим. У вас поражен внутренний листок расадату. Это означает, что у вас склонность к астме есть и хроническим заболеваниям дыхательных путей. Мамсадату плюс расадату внутренний. Получается астма. Если у человека есть астма, у него 100% есть два поражения. Или внутренний листок раса или рактодату, и обязательно внутренний листок мамсадату. Значит, астма. Ну, каждая болезнь говорит о каких-то поражениях своих. У вас есть и то, и другое, значит, склонность к простудным вот таким заболеваниям дыхательных путей есть. Чего можно бояться? В будущем, если будет неправильно жить, может быть, миома развиться. Это поражение внутреннего листка Мамсадату. И суставы могут пострадать из-за поражения наружного листка Мамсадату. Позвоночник также может пострадать от поражения внутреннего листка Мамсадату. Понятно? А так как у вас в организме еще поражен наружный листок астидату, то это 100%, что у вас будут больные суставы. И надо 100% уже сейчас заниматься суставами каждый день, разминать их, промасливать и так далее. И когда такое поражение двойное, наружный мамсадату и наружная астидату, это означает, что это кармическое заболевание. Это означает, что у одного из ваших родителей больные суставы. 100%. Пока не больные. А у дедушек, бабушек были, да? Обычно человеку наследуют через поколение. Вот, допустим, ребенок или мальчик обычно бывает в бабушку через поколение или в дедушку. То есть не в родителей, а в их родителей бывают дети. Походят. Так как бы действует карма сильнее всего обычно. Видите, вы знаете все хронические заболевания свои. Внутренний расадату означает воспалительное заболевание слизистых. У вас верхняя часть поражена, поэтому горло, слизистая носа, надо следить. Это будет всю жизнь. Надо очищать организм, сделать прочищение носа. Вот. Для лечения мамсадату нужно обязательно заниматься йогой каждый день. Это лечение мамсадату. И астидату также надо заниматься йогой, то есть разминкой тела, статические упражнения тела и очищение слизистых оболочек с помощью очистительных каких-то мероприятий, допустим, промывание солью, солевым раствором или очищение слизистых оболочек с помощью, может, какие-то там, допустим, полоскание горла там и так далее. Есть методы разные. Видите, как важно знать, где опасность в организме. Знайте, что если вы имеете какое-то хроническое заболевание, значит 100% там и находится это поражение организма. Хроническое на всю жизнь.
ошибок никаких не бывает. То есть детальный опрос человека показывает точно, какая конституция его поражений. И там надо прилагать усилия в медицине поздравительной. То есть, если вы опросили человека, увидели конституцию поражений, дальше уже в соответствии с этой конституцией назначаются способы лечения. Если поражена раса, да, то кожа и слизистые. Значит, эффективным лечением является промасливание, массажи, купание человека. То есть закаливание для него будет эффективным лечением. И посты, очищение слизистых оболочек изнутри. Причем посты на воде, чтобы промывались слизистые оболочки, смывались токсины. Если человек рак, тогда то поражена сосудистая как бы оболочка, то тогда для такого человека очень важно заниматься цигун, то есть такими практиками, которые эмоции успокаивают и объединяют человека с окружающей средой. Когда человек делает цигун, то он успокаивает эмоции в себе с помощью движения, потому что идет гармония, единение его с природой. Также дыхательные упражнения типа пранаямы тоже хорошо при рактодату поражения. Когда мамсадату поражено, то человеку надо заниматься йогой, хатха-йогой, статическими упражнениями. А если у человека медхадату поражено, то самое лучшее лечение – это очистительные посты, ну то есть очистительное голодание с помощью использования различных продуктов для поста и воды и так далее. Медхадату лечится постами лучше всего. Если у человека астидату поражено, то помимо статических упражнений, ему также надо динамические упражнения делать, чтобы костная система укреплялась. Если у человека поражено маджадату, то ему надо обязательно заниматься медитацией. Ну, то есть он должен учиться успокаиванию психики и созерцанию. Медитативные упражнения, практика дает освобождение психики, успокаивает. А если у человека поражено шукра-дату, то без молитвы он не выживет точно, нормально. Нужна молитва уже, не просто медитация, а молитва. Теперь я вам немножко расскажу про свою медицину, если не возражаете. У нас есть несколько направлений воздействия на организм, они все имеют глубоко научную основу. То есть первое направление – это лечение драгоценными и полудрагоценными камнями. Камни – это лечебные камни создаются таким образом, что это вид жизни, похожий на деревья. Давайте начнем, я вам расскажу о видах жизни, которые вчера упоминал вскользь. Существует пять форм существования жизни, связанных с пяти видами сознания. То есть самый первый вид сознания, самый примитивный, это когда душа вместе с тонким телом спит глубоким сном в каком-то теле. Помните, как в сказке «И царевна там заснула, спящая царевна, глубоким сном, без сновидений». То есть ее поместили в стеклянный гроб. Вот. И на самом деле это аллегория, потому что в такое состояние душа впадает в теле дерева или камня. Она спит глубоким сном, без сновидений. Если посмотреть на деревья, то они спят. Причем они живые же, поэтому они растут под влиянием солнца, но они себя не осознают совсем. Есть много доказательств того, что они себя не осознают, потому что осознание, одним из главных критериев сознания является боль и спасение. Вот смотрите, если взять, допустим, растение, его обрезать, растение обрезать, оно растет еще лучше. Поэтому садовники обрезают ветки деревьев для того, чтобы они лучше росли. Потому что дерево
по мере роста оно все больше засыпает, и поэтому контроль как бы над клетками ухудшается, и дерево начинает, ветки плесневеют, начинают загнивать. Но если дерево обрезать, то оно просыпается чуть-чуть, встряхивается и начинает активно расти еще лучше. Поэтому, когда деревья обрезают, они дольше живут и лучше растут. Понятно, да, система? Вот. Так же точно, как в дереве, душа может жить в камне. Когда душа живет в камне, то есть разные как бы способы. Она или растет вдоль породы, вот так вот. Ну, я подозреваю, что это такой большими коконами она растет. То есть вдоль породы, то есть есть слои такие породы, как, допустим, сапфировая порода растет слоем, или рубиновая порода слоем. Этот слой надо найти, тогда человек получает богатство. И есть коконами растет, коконами камни растут, как аметист, допустим. Причем, если взять этот кокон, то можно увидеть, что у него есть защитный слой, как у дерева. Он даже можно посчитать, сколько сотен лет живет этот камень по вот этим вот цилиндрическим кругам, которые на камне есть. Камень растет внутрь, в коконе. И чем глубже камень, тем больше в нем сознание. Поэтому самый чистый камень считается драгоценным. Допустим, аметист, самые кончики аметиста считают самыми драгоценными. А снаружи аметист, он уже превращается в обычную породу постепенно. Но все равно весь кокон – это его жизнь, его тело. И как размножаются такие аметисты? Они размножаются почкованием, как некоторые деревья. Ну, то есть примитивный способ размножения. На аметистовой друзе можно найти маленькие коконята такие, как бы, которые потом превращаются в большие. И аметистовые месторождения находят целыми залежами такие. А все друзы аметистовые находятся рядом. То есть они как бы одна от другой идут вот так. И может быть целая аметистовая копь такая, которые как бы много таких коконов разных размеров. Одни из них достигают 3 метра в длину, огромные просто, которые живут сотни тысяч лет. А другие маленькие коконята, которые живут, допустим, несколько тысяч лет. То есть жизнь камня исчисляется тысячелетиями. И поэтому, когда тонкое тело камня, грубое тело разрушается, и камень обрабатывают, то жизнь в камне сохраняется в тонком теле. Ну, то есть вот эти кусочки камня связаны с душой еще, с тонким телом. Пока камень не разрушается, связь остается. На основании этой связи с тонким телом существует с древних времен воздействие камня на организм человека. Так как наша психика, она работает, ну, наша психика работает с разных частей тела, разная связь с нашей психикой. Я вам сейчас открою такое знание, которое вы нигде не узнаете. Это наше исследование. Будьте рады и записывайте. Для того, чтобы воздействовать на глубокий мозг, там не ставится на предплечье, вот здесь снаружи. И это очень опасно ставить на предплечье, потому что можно убить человека, неправильно поставив камень. Потому что в глубоком мозге находится дыхательный центр человека и так далее. Для того, чтобы воздействовать на разум человека и на его мышление и способность побеждать, камни ставятся на голову. И для того, чтобы поставить камни на голову, делают специальные приспособления, которые называются коронами. И ставят камни на голову только в том случае, если человек нуждается в помощи. У него огромная власть, и на его ум влияют тысячи людей. Для того, чтобы ему влиять на ум, вот все люди в стране связаны с президентом. Он как центр мышления в стране, центр влияния разума. Поэтому, когда президент надевает корону, его умственная и психическая деятельность становится защищена. Потому что камни обладают самой стабильной психической энергией. И камни бывают с хорошим мышлением и с плохим. То есть камни связаны с энергией ума. И камни бывают с хорошим мышлением и с плохим. Камни, драгоценные камни, несут человеку счастье. И его мышление делают очень качественным и позитивным.
А есть камни плохие, которые в печаль, в тоску человека ввергают. И делают его мышление несчастным. Какие? Ну, как бы, эти камни не используются в лечении. Они просто лежат в земле, и они никому не нужны, такие камни. В таких местах обычно плохо жить. Бывает в горах такие места, где люди не могут находиться. Там очень плохо, им дурно становится. Это значит, там вот такие камни находятся, которые плохо. Они обычно очень некрасивые, такого едкого цвета, неприятного. Все в этом мире бывает хорошим и плохим. Точно так же и камни. Итак, чем более драгоценнее камень, драгоценнее означает плотнее и красивее. Красивее означает, в нем очень много энергии огня. Когда в камне очень много энергии огня, он становится очень ярким и прозрачным. Такие камни влияют на разум. И поэтому драгоценные камни в корону помещают, чтобы влиять на разум. В целом есть как бы всего 7 таких классических камней, которые сильно влияют на человека и на разум. Вернее, 9. Первый такой камень связан с солнцем, влияние на солнце, называется рубин. Он самый плотный, это самая плотная порода, то есть это сапфировая порода. Он очень плотный, поэтому его энергетика очень сильная. Чистый рубин, который может реально поменять судьбу человека, должен быть не менее 4-5 карат. Потому что карата — это 0,2 грамма. То есть только камень, который приближается к грамму по весу, способен быть сильнее психики человека. Если этот рубин 4-5 карат еще и очень чистый и не имеет трещин практически, то тогда он может повлиять на власть человека, его как бы способность управлять людьми. Такой рубин стоит в среднем 150-200 тысяч долларов. Как минимум. Нет, вы записываете, потому что вас же могут дурить, вам астрологи могут сказать, для того, чтобы у вас была власть, давайте поставим вам рубинчик, он будет стоить 500 долларов. 500 долларов рубинчик не стоит, это уже корунд, то есть это грубая порода рубина. И на власть она влиять не будет, потому что корунды влияют на грубое тело уже, на здоровье человека. Поэтому мы в основном драгоценные камни не используем в лечении. Вот, например, вот изумруд, да, который... Изумруд очень прозрачный камень, да? Но у него есть ножка у изумрудового камня, он из ножки растет. Эта ножка называется берилом. Вот он, берил. Этот берил уже влияет больше не на судьбу человека, а на его психические функции и на здоровье, что нам и надо. Поэтому мы используем вот эти вот корунды для лечения. Они дешевле намного, чем изумруд. Этот корунд имеет где-то 11-12 карат, вот этот корунд. Если изумруд будет такого размера, то знаете, сколько он будет стоить? Вот этот корунд стоит где-то 26-27 тысяч рублей. Точно я не помню, сколько. Примерно так. А изумруд такого же размера будет стоить 400 тысяч долларов. Ну, чтобы вы знали. Приблизительно. Поэтому не гонялся бы ты поп за дешевизной.